коли саме ти відчув, що ти став популярнішим? Я не знаю, коли ця слава до тебе якась прийшла? Ну, думаю, після Ліги Європи прошлого року, коли був, можна сказати, дуже приємні спогади і не дуже приємні спогади в Роттердамі. Как можно сказать, моя ошибка, потом последующая ошибка. Там нужно было выбить мяч, а я хотел отдать передачу. И вот это стало такое, как с ключевых ошибок. Такая развязка была в этом матче, думаю, может, и в историю войдет. Чему, как ты думаешь, Зурик взагалі не щастить Еврокубком? 2 роки поспіль. Ну, поясни. Здесь, как сказать, здесь присутствует фактор еще то, что команды Фейнорд и Легия были опытными уже, как можно сказать, бойцами, которые уже практически каждый год играют в Еврокубках. С Фейнордом нам реально просто не повезло. Это реально не повезло. Но с Легией, можно сказать, мы провалили домашнюю игру. Угу. И мы могли эту команду, конечно, проходить, но за счет того, что мы не сыграли не так, как нужно сыграли в первом матче. І во второму вже було тяжело, звісно. Недооцінка, зараз поясню, яка. Мало місце після Шарль Руа, якого ви винесли практично в одні ворота, да? Ви, можливо, десь собі на підсвідомості думали, що на Легія? Ні, тут навіть об этом говорити нічого, тому що ми знали, що Легія – це ще намного сильнее соперник, чем Шарль Руа. Общался там с Серегой Боботом, набирал, спрашивал, как он. Говорит, что очень, ну, мне то же самое говорил. Спілкувався что... перед матчем с Легией и с Боботом. Ну да, спрашивал, как команда, как там Варшавик, ну, сказал, атмосфера сумасшедшая. Играть при пустых трибунах или при полных, даже если эти полные трибуны против тебя и кричат там, у тебя все подряд, там, это все равно приятнее, чем играть при пустых Правда? Трибунах. Ну, да, не знаю, когда публика присутствует, ты же играешь для публики. Еще болевать против тебя? Ну, ничего страшного, я это не слышу. Главное, что атмосфера футбольная присутствует на стадионе. Я же не знаю, что они там кричат. Они там на своем кричат, что я ему услышу. Не слышно, что гул и громко очень, это приятно. У поединках против Шарль Руа, это был типа кураж. Как это можно пояснить? Они не так, может, и... компактно с нами играли, ну, как и плотно, поэтому позволяли надо мной, поэтому мы их прогоняли очень хорошо и забили те мячи. Хотя у нас моментов было достаточно, могли еще его забить. Хомчиновский, скидка под удар, Малиновский, удар! Вимай Пенето, в честь Кебано забиває Маліно. Оці відчуття після Легії не описати. Ну... Как сказать, после таких матчей, такого накала, конечно, засыпаешь очень поздно. И такие эмоции, после которых, ну, нужно еще посидеть, даже какой-то фильм посмотреть, так, чтобы это, ну, там, телевизор посмотреть и отвлечься как-то, потому что это тяжело все. Конечно, обидно, но, может, не хватает какого-то опыта. И, дай бог, с третьей попытки. Розумієш, після Фейнорду не вистачило досвіду. А після Легії вже мав бути ось цей досвід. Мав бути, але... Але не було. Але не вийшло. В Роттердамі тоді було намного тяжелее це все пропустити через себе, ніж в Варшаві. Після Варшави більш спокійно це все було. Підписуйся на наш канал.